Ансамбль танца «Карнавал» принял участие в фестивале «Морозные узоры», который проходил в Великом Устюге. Это многожанровый конкурс. Коллективы и участники демонстрировали разные танцевальные направления. Ограничений в этом плане организаторы не делали. Наши карнавальцы оказались единственным коллективом-народником, то есть исполняющим русские народные танцы. Лобнинцы привезли на фестиваль свои лучшие сюжетные танцы. Результатом можно гордиться. Дети средней группы стали лауреатами первой степени, дети старшей группы стали лауреатами первой степени, педагоги все получили благодарственные письма, и еще нам дали за танец «Щеголек» отдельную балетмейстерскую работу и за лучший танец на конкурсе грамоту и кубок специальный приз. Участие в фестивале было основной целью поездки, но ребята из карнавала хотели посетить и вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, передать ему свои письма с желаниями и попросить написать поздравления с Новым годом всем лобнинским детям. Просьба карнавальцев была исполнена. Все в Великом Устюге понравилось, особенно вотчина Деда Мороза. Там у него очень большой дом, 12 комнат. И в одной комнате я заметила то, что там есть частичка Деда Мороза, это точно. То есть там все сказка прям в его городе. Конкурс мне очень сильно понравился, я была счастлива, рада то, что мы получили 2 первых места и 1 гран-при. Гран-при мы получили первый раз. Почему мы заняли такие места? Потому что у нас очень дружный коллектив. И я, ну, не один раз на конкурсах замечала, что вот у нас все друг другу помогают. Ну, застегнуть костюмы, там, что-то еще, если что-то потерялось, найти. А есть коллективы, в которых дети, ну, наоборот, как бы не хотят общаться. Но за это же грамоты не дают. Ну, за дружбу. Ну, тем не менее, так просто легче выступать, когда ты знаешь, что рядом те, кто, если ты, например, упадешь, они тебе помогут. А если, ну, как бы ты упал, и тебе никто не помогает, то будет очень тяжело. Мы очень рады, что привезли такие заслуженные места. Вот. И все девочки и мальчики тоже, они были радостными, нам было весело. И на самом деле, вот тогда у нас была прям в глазах такая радость и любовь к своему танцу, к своим танцам. И мы поняли, что танцуем мы не зря. Обратно в Лобню ребята привезли поздравления с печатью самого Деда Мороза и массу впечатлений.